Ну, еще раз добрый вечер всем. Моя история такая. Как большинство приходят в НСП за здоровьем. К 60 годам я стала плохо себя чувствовать. Это был 2011 год. У меня заболела спина. Самочувствие ухудшалось постепенно. И дошло до того, что я голову мыла, стоя на коленках перед ванной. В постели повернулся с одного бока на другой. Для меня стало проблемой. В ванне, когда я мылась под душем, наклониться ноги помыть я не могла. И поэтому я по очереди ставила каждую ногу на край ванны, и так я мыла. Отдыхала я по два раза в день, потому что настолько уставала. И вот с такими симптомами я прошла МРТ позвоночника, поясничного отдела. И оказалось, у меня был страшный остеопороз, конечно же, остеохондроз, 4 протрузии поясничного отдела позвоночника, гемангиомы костей позвонков. И я получила направление в Институт нейрохирургии. И вот тут мне стало страшно. Я представила себе кучу лекарств, которые припишут врачи. И все это, конечно, даст осложнение на мою печень. А я в детстве болела болезнью Боткина. Поэтому я решила оздоравливаться натуральными продуктами, натуральными природными веществами. До этого меня приглашали и в Гербалайф, и в НСП, но я рассуждала как основная масса людей. Без БАДов жили, и дальше будем жить. Вот так и я рассуждала. А здесь я повернулась лицом к натуральным, к фитотерапиям. Я пришла к невропатологу, к нутрициологу, к врачу-нутрициологу. И она мне сказала, что болеть будет еще долго, никаких диклофенаков не пейте, ни болеутоляющих, ничего, никакой химии. И начнем чистить желудочно-кишечный тракт, убивать паразитов и выводить их из организма. Начинали мы с тех продуктов, тогда еще не было программ готовых, но продукты были те же самые. Кроме тех 3 продуктов, которые у нас в программе есть, основные в программе ЖКТ, я, конечно же, принимала коллоидное серебро и, по-моему, не один пузыречек. Я принимала Black Walnut, принимала много маринды, потому что у меня были колонии лямблий, сок нони, конечно же, хлорофилл. И чистила желудочно-кишечный тракт свой 8 месяцев. Затем мне врач, значит, рекомендовала для печени. Это Livgard, я его чередовала с Бердоком, лицетин, омега, МСМ. Это все из набора печени. Ну, а затем она сказала, теперь будем кости питать минералами. Значит, кальций-содержащие продукты. Затем сюда подключены были мегахил, либо суперкомплекс я чередовала, витамины с микроэлементами. Кальций-препараты тоже чередовала. Конечно же, здесь был и коралловый кальций, и бонси, остеоплюс, кальций-магнифилат там я чередовала. Вот. И только потом для позвонков, для суставов, хондроитин, глюкозамин. Да, с самого начала я одела свой позвоночник в корсет по совету врача. Параллельно с этим я делала упражнения на растяжение позвоночника, тоже по рекомендации врача, и она мне дала эти упражнения. Через 1,5 года приема продуктов у меня появилась энергия. Я стала забывать отдыхать днем. Корсет мне был уже не нужен. А через два года приема продуктов я продолжала принимать еще, значит, нутрикалм. Затем я уже не помню, в какой период я принимала пищеварительные ферменты, протеазу. Вот. Бифидофилус, конечно, локва, все потом подключили. Вот, все это было.
И через 2 года прекратились боли. И вы представляете, у меня была такая радость в душе. Оказывается, натуральными веществами можно провести капитальный ремонт в организме и оздоровиться. Параллельно с приемом всех этих продуктов я посещала лекции и покупала тогда еще диски на дисках лекции. Это сейчас все в интернете, диски уже устарели, это уже не актуально. И я слушала лекции, потому что мне было очень интересно, почему лецитин нужен, а для чего омега, а чем отличаются натуральные витамины от синтетических. Вот. Я все это, мне всегда было интересно получать знания. Вот. После того, как я оздоровилась, я вернулась к активной жизни. Раньше я очень активно жила, работала, путешествовала. Вот. И ко мне вернулась эта жизнь активная. Я с компанией NSP, с партнерами ездила в Буковель отдыхать, в Карпаты. 2 раза я была в Турсконце, была в Одессе, путешествовала по странам Восточной Европы, это Польша, Чехия, была на экскурсии в Дрездене. Несколько раз ездила на свою родину, в Белгородскую область, в Россию. Меня пригласили 2 раза за это время, в 2017 году и в 2019 году. Я выполняла работу по договору по своей специальности. Для меня это всегда очень интересно. 4 раза ездила в Харьковскую область на сахарный завод в 2017 году. А в 2019 году я выполняла работу для российского завода сахарного и сдавала ее по скайпу. Вот. А в этом году, в 2020, я отдыхала на Азовском море. Поехала туда, потому что в Мариуполе мой партнер, врач, и мы встречались несколько раз. Я отдыхала в Милекино. Вот. Когда, знаете, я когда вернулась с Азовского моря, у меня еще неделю стояла эта картина красивая перед глазами. Море и небо. Вот это такая, знаете, вечность, красота, вечная красота. Вот. Я продолжаю продукты принимать. Уже 10-й год в НСП, и я это, вот это оздоровление мое, вот эти лекции, курсы нутрициологии, которые я посетила 6 раз, последний раз онлайн, а остальное это было по 4 лекции ежедневно в течение 5 дней, все лекции слушались, я все лекции переслушала, некоторые по несколько раз. Я отрезала, значит, фрагменты этих лекций и направляла своим партнером для знания. Вот. Я была потребителем продукции для оздоровления, очень осознанным. Мне всегда было интересно изучать нутрициологию, познавать новое, и поэтому я изучала нутрициологию. Поэтому я желаю всем, кто принимает эту продукцию, не просто оздоравливаться, а вот именно изучать нутрициологию. И тогда вы станете врачом для самого себя. И получится как по Гиппократу. Каждый человек в своем организме, у каждого человека есть в организме врач. Нужно только помочь ему в работе. То есть с нашей экологией, с нашим питанием нам не хватает полезных жиров, не хватает витаминов, микроэлементов. А здесь в НСП все есть. Витамины натуральные, микроэлементы именно в такой форме, которая хорошо усваивается и костями, и всеми нашими клеточками. Если это лецитин, то он получен из соевого масла, а соя выращена на тех элитных плантациях, которые не содержат ГМО. Продукция высококачественная. Поэтому я желаю всем не просто оздоравливаться, изучать науку нутрициологию, и желаю вашим, чтобы у вас были такие партнеры.